22 сентября мэр областного центра Алексей Хохлов подал заявление об отставке. Он отправляется в Государственную Думу 7-го созыва, а вот Иваново приступает к поискам нового градоначальника. Не позднее следующей среды городские депутаты примут решение о прекращении полномочий Хохлова, и затем будет объявлен конкурс. Конкурсная комиссия будет представлена в составе 8 человек, 4 парламентария и 4 представителя от губернатора. Затем начнется прием документов от потенциальных градоначальников. Завершится он к 24 октября. Далее члены комиссии проверяют достоверность поданных документов и оценивают профессиональные и личностные качества соискателей. Окончательное решение примут депутаты городской думы. Окончательное решение принимает, соответственно, уже квалифицированное большинство депутатов Ивановской городской думы. То есть этот конкурс занимает примерно полтора месяца. Соответственно, на сегодня сказать, кто будет участвовать, кто будет принимать участие, кто победит, конечно, достаточно сложно, потому что это конкурсная процедура, и по результатам уже будет понятна вся информация.